ЦИК России провели жеребьевку номеров партии в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. Расклад вы видите на экранах. «Единая Россия» идет под 4-м номером, ЛДПР под 7-м, КПРФ 12-й номер, а «Справедливая Россия» 14-й. Напомню, выборы в Думу 7-го созыва пройдут 18 сентября по смешанной системе. 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 по одномандатным округам.